Итак, друзья, подписчики, всем привет! Это очередная распаковочка посылок с сайта AliExpress. И на этот раз ко мне приехали тату-иглы в количестве 50 штук, девятки RM, а также наконечники для них. А сразу же можно сказать, что есть небольшой косячок на самой упаковке. Вот, что касается визуального осмотра. Сейчас мы вскроем, проверим, как обычно, целостность нашей посылки. Проверим количество игл, также количество наконечников. Посмотрим на их годность в использовании. У нас все туго запихано. Так, это, скорее всего, у нас иглы, судя по габаритам. Вот они, иголочки. Надеюсь, все будут девяточки. Да, именно RM, то есть иглы девятки для закраса. Вот вы можете видеть. Вот у нас написано 9 RM. Получается, они актуальны до 2022 года. На самом деле, это дата, я не знаю, как это объяснить, окончание стерилизованности этих игл, что ли, то есть я, честно говоря, не знаю. Вот, но я думаю, что до 22 года они уйдут уже. Так, ну что можно сказать? Можно сказать, что все иглы у нас, которые я держу в руке, у нас ровненькие, хорошо напаяны. Так, давайте посчитаем количество. Так, значит, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 и 50. Все, все 50 игл. Вообще отлично. И у нас получается все девяточки. 9 RM. В принципе, все отлично. Вот я беру, короче, упаковочку рандомно. Допустим. Вот, можете видеть. Иглы все прямые. Все у нас отличные иголочки. Так, давайте еще вот серединки возьмем. Вот опять же можем видеть, что у нас иглы припаяны отлично. Все ровненькие. Вообще классно, на самом деле. Я прям доволен. Очень доволен. Это что касается игл. Сейчас мы посмотрим на наконечники. Так, наконечники. Вот такие вот наконечники получаются. 9F, то есть 9 flat. Вот можете видеть. Типа до 2019 года. Но опять же я говорю, что это все именно про стерилизацию и все дела. Вот они, видите, flat. То есть как раз вот заточены под иглы, так скажем, двухрядные иглы. Вот. Ну, в принципе, все классно на самом деле. Итак, теперь давайте посчитаем количество наконечников на наши иглы. Так, 5. 10, 20, 30, 40 и 50. То есть, опять же, все классно. У нас все, как вы можете видеть, вот 9F, 9F, везде написано. Вот, так что, блин, вообще без претензий. Буду рекомендовать этого продавца. То есть все отлично. Получается, посылка ко мне приехала за 19 дней. Вот. Продавщица очень общительная. Меня звала в Китай. Но я не могу поехать. Ну вот, короче говоря, посылка, я доволен. Все, то есть буду дальше бить татуировки. Вот, так что
кому понравилось это видео, пишите комментарии, задавайте вопросы. Вот, и спасибо за просмотр.